смутных 90-х, когда начали бандитствовать и процветать организованные группы спортсменов-беспредельщиков, многие ошибочно подумали, что авторитет уголовных лидеров приблизился к своему закату. Но это оказалось не так. В 2000-х годах на смену спортсменам-бандитам пришли представители силовых структур, осознавших сумасшедшую прибыльность этого вида деятельности. Но в итоге воры в законе пережили всех и даже стали сильнее. Современный вор в законе – это респектабельный мафиози, который контролирует огромные общаки и территории, а иногда и целые отрасли народного хозяйства. Так считает бывший замглавы Думского комитета по безопасности Александр Гуров. В МВД были вновь вынуждены обратить внимание на организаторов криминальной жизни, ведь к ним перебежали многие ОПГ, которые силовики вроде разгромили, а выходит, лишь трансформировали. Сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом известном представителе воровского клана. Забавно, но его авторитет признают даже бездушные компьютерные программы. В интернет-поисковиках на запрос по слову «дед» в списке вариантов поиска «Дед Мороз» на втором месте, а герой нашего сюжета на третьем. Разговор пойдет о воре в законе, которого все привыкли называть «Дедом Хасаном». Этот, с виду обычный пенсионер, являлся самым могущественным уголовным лидером и вором в законе в СССР, а потом и в России. Даже по прошествии 10 лет после его смерти, многие о нем вспоминают с благоговейным трепетом, некоторые со страхом. Хотя сам дед Хасан сам лично никого не убивал, его противники уходили в мир иной десятками. Таким образом, он поддерживал свой авторитет. А авторитет у него был непререкаемый. После гибели деда Хасана, смерти босса боссов российской мафии, уделили внимание практически все информационные агентства мира. Корреспондент The Washington Post Кэти Лалли назвала погибшего Усаяна российским Доном Корлеоне. Британская газета The Financial Times так прокомментировала смерть деда Хасана. «Убит человек, который слыл высшим криминальным боссом в России и за ее пределами». Такое внимание к российскому преступнику даже возмутило Владимира Жириновского. Ну и последнее, дед Хасан. Слушайте, ну все каналы показывают, что умер великий космонавт, великий писатель. Толстой меньше показывали. Это ж чудовищно. Все каналы, и тюрьму, и... зал прощания, и кладбище, и всех родственников, и всю историю. Он вообще лицо России. Это ж страшно вообще. Итак, что мы знаем об этом человеке, главаре организованной преступности всего постсоветского пространства? Аслан Рашидович Усаян, известный как Дед Хасан, родился в 1937 году в Тбилиси, Грузинская ССР. Национальность курд-езид. Советский и российский авторитет, влияние которого распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и значительной части Западной Европы. Вор в законе. Придерживался ортодоксальных взглядов на преступное сообщество и относился к ворам так называемой «старой школы», то есть к тем, кто чтит свод неписанных правил преступников. Нередко выступал в качестве арбитра в уголовных конфликтах. Первое столкновение Аслана с законом произошло, когда ему было 19. За сопротивление милиции он получил срок 1.5 года, но освободился раньше. В 23 года снова попал на нары за грабеж и был осужден на 5 лет. Во время этой отсидки Усаян был коронован в воры в законе по рекомендации законников Давида Шаумянского и Мехрача Фартового. Однако это не помешало ему выйти на свободу досрочно по УДО – условно-досрочное освобождение. Хотя по воровским понятиям это было западло. Набравшись в тюрьмах авторитета, на свободе Хасан сколотил свою небольшую группировку, которая занималась тем, что трясла подпольных дельцов-цеховиков. Ему еще при СССР платили дань рестораны, рынки и даже валютные спекулянты. Усаян везде умудрялся подкупать представителей власти и милиции, благодаря чему его молодая группировка процветала. В 1984-м Усаяну дают самый большой срок в его жизни – 15 лет по статьям за незаконное хранение наркотиков, незаконное предпринимательство и подделка документов. Но и на этот раз тюремное заключение криминального авторитета закончилось раньше срока. К слову сказать, своими освобождениями по УДО Усаян нажил себе немало врагов среди других авторитетных законников. В последующем ему это не раз аукнулось. Кроме этого, другие воры в законе предъявляли Усаяну сотрудничество с правоохранителями. Якобы Хасан, получив свой 15-летний срок, как вор в законе был отправлен в знаменитую тюрьму «Белый лебедь», где ломали воров в законе.
Там он, опасаясь за свою жизнь и здоровье, подписал заявление с отречением от воровского титула. После этого был переведен в ИТК Омска. Здесь оказались сильные позиции местных славянских авторитетов. И, по согласованию с оперативным отделом ГУИД МВД СССР, Усаян был переведен на Средний Урал. Во время отбытия срока в ИТК 17 Свердловской области, дед Хасан подчинил своему влиянию практически весь тюремный мир Урала. Некоторые противники Хасана утверждают, что оперативный отдел управления исправительных дел УВД Свердловской области под видом оперативного контакта заключил с Усаяном негласное соглашение, что тот, используя свой авторитет среди заключенных, обеспечит порядок в 7 исправительных учреждениях Нижнего Тагила. Областное УВД свернуло все оперативные мероприятия в отношении этапированных в Нижний Тагил воров в законе, дружественных Усаяну. Однако местное КГБ продолжало негласную работу с тюремными авторитетами. Усаян пообещал лояльно относиться к порядкам, установленным администрацией колоний, наладить дисциплину и прекратить массовые беспорядки среди заключенных. В ответ ему разрешили поставить своих представителей, авторитетных зэков, в проблемные тагильские ИТК-40, ИТК-17 и ИТК-5. Большинство кавказских и часть славянских воров в законе признали за Усаяном титул самого старшего и влиятельного авторитета. Но несколько славянских воров Рихард Гитлер, Миша Псих и Валера Седой, узнав о его отношениях с тюремщиками, тут же объявили Хасана и еще его 4 друзей-воров суп. Они разогнали по тюрьмам и лагерям малябы, которых объявили Усаяна бл***, и призвали всех порядочных арестантов при встрече посадить Хасана на нож. Кроме упомянутых законников, против Хасана высказались такие воры в законе, как Виктор Сидоренко, Кукла, Борис Петрушин, Барыга и Илья Семения, Махо. Однако все их усилия были тщетны. Хасан последовательно продолжал действовать в своих интересах. Законника всякий раз спасали везение, связи и большие деньги. В начале 90-х Хасан вышел из Свердловской колонии уже привычным для него способом – через УДО. На дворе уже было смутное время, которое открывало перед ворами в законе большие перспективы. После выхода из тюрьмы Усаян жил в Москве, но часто выезжал на Северный Кавказ, чтобы курировать свои группировки. Клан деда Хасана с каждым годом становился все мощнее. Они курировали огромные территории, он поставил своих людей в Киеве, Москве, на Урале. Несмотря на то, что Аслан Усаян был махровым преступником, который обирал бизнесменов, тем не менее многие из них в первую очередь подчеркивали честность деда Хасана и неимоверные широкие возможности того в разрешении конфликтных ситуаций. Коллеги Усаяна по преступному ремеслу однозначно подчеркивают его справедливость в решении криминальных конфликтов, где его слово имело большой вес и нередко было решающим. Хотя дед Хасан на словах всегда был против кровопролития и за решение спорных ситуаций мирным путем, но на деле был очень мстительным человеком и никогда никому не прощал личных обид. Этот человек до конца жизни при задержании правоохранителями не отрицал, что является вором в законе. Согласно воровскому закону, скрывать свой статус запрещено. Место работы? Пенсионер, любая работа. Переводы в судимость на лицо были? Судимость неоднократно. Неоднократно? Неоднократно. Вот последнее, какие статьи? Да Бог его знает, я уже забыл там, какие статьи. Вором являетесь это? Повторите. Да. 50 лет стажа ему, я же не могу быть рабочий депо. И собственности на нем была оформлена лишь «Черная Волга» 1993 года выпуска. Многие журналистские издания утверждают, что такое долгое плавание деда Хасана связано с тем, что он всю жизнь покупал для своих людей должности и звания. Среди таких своих людей числятся некоторые депутаты Госдумы, генералы и чиновники высокого ранга из различных министерств. Спокойная жизнь для деда Хасана закончилась во второй половине 90-х годов. Первая война с Усаяном началась в 1995 году, когда не менее авторитетные воры в законе, братья Огановы, Рудик и Вачикос, объявили Усаяна транжирой воровского общака. Формальным поводом послужила информация Рудика о том, что якобы Хасан присвоил 850 тысяч долларов, которые армянские авторитеты, проживающие в Узбекистане, послали в московский общак. Попутно Усаяну была сделана другая предъява. Мол, он стал проводить коронации недостойных лиц, бизнесменов и бывших спортсменов, не имеющих судимостей.
Усаян трижды приглашался на воровские сходки, но так и не явился. По информации, на организованных сходках собирались раскороновать Хасана. За это подписались такие авторитетные воры в законе, как Николай Зыков по кличке Якутенок и Степан Фурман по кличке Степа Мурманский. Мало того, на сторону Огановых встали бывшие друзья Усаяна из числа курдов-езидов, законники Нодар Чургаши, Ноно, и Валерий Фаризов, Валера Курт. Но на самом деле за всей этой идейной вывеской, по понятиям, Огановы и Усаян делили Краснодарский край. Ведь в том же 95-м году случилось знаменательное для Хасана событие. Он стал держателем всего российского воровского общака, чему способствовал арест в США Вячеслава Иванькова, япончик. Здесь стоит отдельно разъяснить, что несмотря на то, что земляки для Хасана были в приоритете перед славянскими представителями преступного мира, он откровенно недолюбливал молодых кавказских воров, которые в середине 90-х наводнили Москву. Хасан говорил, что титул законника им нужен был исключительно в целях собственного обогащения. Никакого кодекса соблюдать они не планировали. Хасан называл их чесоткой и всячески противился их деятельности. Но вернемся к войне Хасана с братьями Агановыми. Дележка Краснодарского края напоминала сводки боевых действий, так как в ходе этой воровской войны было убито более 150 человек с обеих сторон. Только в районе Минеральных вод ликвидировали 37 авторитетов. О безжалостности деда Хасана ходили легенды. По оперативным данным, в подчинении Усаяна находилась группа штатных киллеров под руководством Дмитрия Лесникова по кличке Лес. Но особенно рьяным считался киллер-одиночка Владимир Волков по кличке Волчара. Еще одно прозвище – «Шлепнога». Он получил за то, что немного тянул ногу при ходьбе. Именно Волчаре приписывают расправы над многими жертвами из числа врагов Хасана. По бытующей версии, конец войне положил сам дед Хасан. История, как это произошло, очень интересна. Дело было так. В начале 1998 года дед Хасан был задержан в аэропорту Шереметьево за хранение наркотиков. Узнав подробности задержания, уголовный мир содрогнулся в хохоте. При 61-летнем Хасане был даже не популярный в воровской среде героин, а таблетки экстази. Сразу появилась шутка. Дедушка собрался на дискотеку. По признанию ныне покойного замначальника спецназа ГУБОПа МВД Романа Швеца, экстази подбросили, чтобы дернуть Хасана для беседы по поводу содействия в освобождении полпреда российского президента в Чечне Власова, а заодно и потолковать насчет войны между ним и Агановыми. Беседу с Хасаном проводил тогдашний начальник ГУБОПа МВД Михаил Ванечкин. На этой встрече Усаян дал согласие поузнавать о местонахождении Власова и, если будет возможность, посодействовать в его освобождении. Кроме этого, Усаян пообещал прекратить междоусобную войну с Агановыми. Насчет прекращения войны Усаян обещание выполнил. Правда, напоследок устранил своего главного оппонента Рудольфа Аганова. Первое обещание он тоже выполнил. Как известно, в мае 1998 года полпред Власов был освобожден из плена. По официальной версии, за его освобождение не было заплачено ни копейки. Вторая война за передел криминальных сфер влияния началась в 2007 году, когда Международный олимпийский комитет провозгласил столицей зимних игр 2014 года город Сочи. Поскольку единовластие в этом городе принадлежало Хасану, вор в законе Тариэл Униани, Таро, счел такое положение дел несправедливым и решил вмешаться в криминальный раздел Большого Куша бюджетных дотаций на подготовку города к Олимпиаде. Его поддержали такие авторитетные воры, как Александр Бор, Тимоха и Равшан Джаниев, Равшан Линкаранский. Хасану повезло больше. На его сторону стали законники союзного масштаба Лаша Шушанашвили, Лаша Руставский и знаменитый япончик, который по могуществу в криминальном мире даже значительно превосходил Усаяна. Более того, Хасан заметно укрепил свой клан и короновал более 20 новых воров в законе. Делал он это явно в противовес усилению своих конкурентов. За это время произошло множество сходок, на которых каждая из сторон пыталась перетянуть на свою сторону больше авторитетов. Перечислять их все смысла нет. Скажу только, что на этих сходках одни раскороновывали других, после этого рассылали малявы по зонам, где призывали не признавать коронацию законников противоположной стороны. Естественно, с результатами подобных сходок противоборствующие стороны не соглашались, и так до бесконечности. 28 июля 2009 года в результате покушения был убит Вячеслав Иваньков.
С одной стороны, смерть япончика значительно пошатнула позиции Хасана, но он не был бы самим собой, если бы не воспользовался ситуацией. После похорон япончика Усаян собрал очередную сходку, на которой возложил ответственность за гибель Иванькова на Ониани. Законник был настолько убедителен, что сумел перетащить на свою сторону даже тех, кто ранее придерживался нейтралитета или поддерживал позиции Ониани. На сходке под предводительством деда Хасана было принято решение о раскоронации Таро. Однако сторонники последнего лишения статуса не признали. Наконец, законники решили позвать в Россию для примирения Усаяна Сониани, криминального патриарха, вора в законе, Борю Ушатова, который проживал в США. Примечательно, что тот, приехав и выслушав обе стороны, сказал дословно следующее. «Я между ворами непонятки развожу, но здесь я воров не вижу. А судить коммерсантов – не воровское дело. И отбыл за океан. Как-то так». В июле 2010 года Ониани посадили на 10 лет. Дед Хасан запустил прогон, под которым подписались 35 воров в законе. Тарелы объявили блядь. И велели всем, в чью хату он попадет, поступать с ним соответствующе. Видно, что Хасан серьезно подошел к вопросу устранения своего последнего конкурента. А уже 16 сентября этого же года в Москве на Тверской улице было совершено покушение на деда Хасана, в результате которого тот получил огнестрельные ранения в живот, а его охранник Артур Баграмян – ранение в плечо и грудь. Стреляли из автомата Калашникова с глушителем из окна напротив. Сторонники Усаяна возложили ответственность за покушение на подручных Ониани. Деда Хасана прооперировали. Он вышел, но задумался. С тех пор его неразлучно охраняли 10 телохранителей, земляков, которые перемещались с ним на трех джипах. Но помогло это королю российского преступного мира ненадолго. 16 января 2013 года во дворе ресторана «Каретный двор» произошло очередное покушение на деда Хасана. Киллер застрелил авторитета из автомата «ВАЛ» и скрылся. Усаян скончался в карете скорой помощи. Вечером того же дня, вскоре после убийства деда Хасана, в ресторане «Порто Мальтези» на улице Правды состоялась 40-минутная сходка лидеров преступных сообществ, которые обсудили последние события и кандидатуру преемника главы клана. Новым лидером клана деда Хасана стал его племянник, молодой вор в законе Дмитрий Чантурия, Мирон. С похоронами деда Хасана тоже вышло все негладко. Изначально сторонники Усаяна планировали похоронить босса на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой япончика. Но семья Усаяна была против. Они настояли на исполнении завещания Хасана, похоронить его в Тбилиси рядом с матерью и братом. Прибывший самолет за гробом Усаяна так и не смог доставить его в Тбилиси. По одной из версий, грузинские власти, а именно министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили, в последний момент отказал родственникам в захоронении Усаяна на родной земле. Гроб снова привезли в Москву. Единственным доступным вариантом для захоронения оказалось Хованское кладбище. 20 января 2013 года, наконец, тело босса боссов российской организованной преступности предали земле. Причем напротив могилы другого известного криминального авторитета Сильвестра.